Всем привет! Априори дэнс. Пойдемте. Хочу рассказать вам и показать пару упражнений на растяжку для деток любого возраста. Даже не для деток, а для кого-нибудь постарше. На примере моей ученицы Даны. У нее очень хорошие данные физические. Вы это сейчас увидите. Дана, со скольки лет занимаешься танцами? С 4 лет. Растяжка у тебя всегда такая была хорошая? Ну, нет, я занималась, каждый раз улучшала свою растяжку. То есть все-таки нужно работать. То, что хорошие природные данные есть, все равно нужно работать. Хореография невозможна без полноценной растяжки всего тела, поэтому упражнения на растяжку наши детки выполняют постоянно. Ну, вот Дана нам демонстрирует, насколько очень полезно и не больно, да, Дан? Ну, вообще так, чуть-чуть, ни разу. Молодец. А давай правый шпагатик. Да, наша чудная лавочка помогает нам сесть на шпагатик. После такого повышенного шпагатика очень легко садиться на обычный. Уже доказано не раз. На всех. Чуть-чуть осталось. Носочек только тянешь. В зависимости от вашей цели, поставленной задачи, вы выбираете себе нужное количество тренировок. Мы, в свою очередь, рады работать со всеми. Коленочки еще тяни. Да, да, молодец. Мы хотим работать на результат. Правильно? Правильно. И еще чуть-чуть осталось совсем. Наши чудные стульчики. Наши любимые окна. Очень часто все там лазят, растягиваются. Я очень редко сама растягиваю деток. Чаще всего я стараюсь научить их самостоятельности, чтобы они думали и понимали, что они делают, зачем они делают. И чтобы чувствовали свое тело. Часто в растяжке используем утяжелители. Вот эти, например, где-то по 1,5 килограмма в каждый. Эти где-то по, наверное, 0,5 кило, не знаю. Сейчас мы вам покажем пару упражнений с утяжелителями для растяжки. Самое популярное использование наших утяжелителей среди моих учеников именно вот такое. Конечно, вот вам в идеале поперечный шпагатик. У Дануськи все хорошо с ножками. Но даже при этом всем все равно есть результат, есть куда стремиться. Для развития и улучшения танцевального шага мы также используем утяжелители. Часто на наших занятиях стараемся уделять внимание растяжке возле станочка. Как ни крути, от классики далеко не убежишь. Классика нужна обязательно всем, хотя многие, конечно, не сильно любят. Разъезжайся вниз. Классический танец очень тяжелый, и для деток особенно. Ну, кажется, что скучно, но все равно, считаю, нужно обязательно работать над собой. Ну, в общем-то, как-то так получилось наше спонтанное видео. Да, немножко того, немножко сего. Подписывайтесь на нас, будет много еще интересных новостей.